Привет, ребят, с вами Никита. Вот только приехал на дачу, сразу же решил посмотреть, есть ли тут грибы. А то говорят, сейчас грибов много. И вот сразу же нашел маслят. Там у меня еще грибы на участке уже сидят. Вот тут сколько, 3 штучки сидит масляточки. Обычные летние маслята. Ой, вот этот червивенький. И берем их, двух вот этих, и ищем дальше. Тут много срезанных всяких грибочков. Но сначала я вот тут заметил вот этого здорового масленка. Он у нас... Ну-ка, вот давайте-ка вытащим. Вот такой вот масленочек. А потом заметил тут по травке маленького. Он уже плохой. Ну-ка. Вот прям сейчас я заметил вот этого вот еще масленочка. И он уже тоже червивый. Так, со с этим что? Тогда давайте посмотрим сейчас. Этот тоже червивенький. Жалко. Ну ладно, ищем дальше. Посмотрите-ка вы вот на эту вот тучу, такую прям тропиночку из маслят. Что, пока что одни маслят попадаются. Ну давайте, это же хороший гриб, в принципе. Давайте их соберем. Так, этот червивый. Этот тоже. Это тоже. Я не факт, что мы тут что-то сейчас заберем. И этот червивенький. Это тоже, блин. Что ж такое-то? Ну-ка. Блин, как бы мне их вытянуть? Ух ты ж, блин, тут какие черви-то лезут. Не, блин, это... Что-то не так идет. О, этот уже покрепче. Берем. И этот тоже. Берем. Ну-ка. Берем. Вот это вот, да, это пошла вода по трубам. Берем. Блин, сколько маслят. Опа! Берем. Ну-ка. Так не берем. Этот тоже не берем. Этот возьмем. И лезем дальше. Этот мой, значит. Возьмем. И вот этот вот такой вот крепенький вроде. Ну-ка, немного червивенький. Сейчас мы... Нет, его не берем, к сожалению. Ну ладно. Смотрите-ка, уже сколько маслят. Давайте искать дальше. Вот зашел березнячочек такой, еще только... Даже еще не совсем зашел, вот только захожу. И вот тут вот уже сразу же нашел двух березочков. Опа! Блин, крепкие. Какие? По крайней мере, один крепенький. Ну-ка, блин, сломался, и он червивенький. Жалко. Ну, давайте-ка вот это попробуем аккуратненько вытянуть хотя бы. Вот, такой вот подберезочек. Кладем в корзинку. И ищем дальше. Смотрите-ка, вот эту елочку. Видите, какая тут красота есть. О, я там второго вижу, вообще малюсенького. Давайте-ка вытянем это как-нибудь. Блин, он крепко сидит. Опа. Смотрите-ка, какой. Кладем в корзинку. А вот этот увидел второго. Вот такой вот вообще маленький, смотрите-ка. Кладем в корзинку. Ищем дальше. Ребят, вот тут вот я сначала заметил вот этих двух свинушечек. Так-с. Ой, это уже плесневатая. О, какая бархатная, смотрите-ка. Кладем. А потом я заметил
Вот эту вот сынушечку. Ну-ка. Тоже бархатная. Кладем в корзинку. И продолжаем искать. А вот тут вот попались нам еще свинушечки. Опа-на. Давайте-ка, блин, они постоянно так впутываются в землю. Так, вот свинушечка. Кладем. Вот свинушечка. Опа. Кладем. Ну там вон свинушечка. Кладем. А сейчас я вот заметил еще свинушечку, как лес за той. Кладем. Когда лес за этой, я заметил еще свинушку. Опа. Тоже кладем, естественно. Теперь переходим на другую сторону этой елочки. И видим тут еще несколько свинушек. Так-с. Там, кстати, заплесневелая лежит. Вот свинушечка. Вот свинушечка. Вот тут две свинушечки. Вот тут свинушечка. Блин, червяненькая. Так, вот свинушечка. Чистенькая вроде. И вон там свинушечка. Смотрите-ка уже мы сколько тут набрали. А я ведь еще в лес не заходил. Я еще увидел под соседней елкой свинушек. Тоже несколько штук. Вот свинушка. Вот свинушка. Вот свинушечка. Опа, она там две свинушки сидит. Оп, оп, блин. Как же они там сидят крепко. А, понял, они походу сдвоенные, да? Да, смотрите-ка, вот свинушечки. Сейчас, блин, запутались они. Вот свинушка тут. Так, она немножечко в плесени. Вот тут вот сидят две свинушки. Так-с. О, переходим на другую сторону этой елочки. Вот свинушка. Опа. Вот свинушка. И вот свинушка. Опа-на. Фух. Сколько, смотрите, уже почти целая корзинка. Так, давайте. Ой, стоп, блин, только хотел сказать, давайте искать дальше. И видел в траве тут еще. Так, это в плесени. И это немножечко. А, нет, стоп. Или не в плесени. Блин, я там еще вижу. Это уже плоховато. А вот это тоже плоховатое. Ух ты ж, блин. Ну а теперь я уже смогу сказать. Давайте искать дальше. Так, ребят, вот тут вот мы уже вышли из березничка и нашли еще полянку масляточек. Давайте-ка будем собирать тех, которые получше, класть в корзинку. У нас вот корзинка у нас заканчивается. Надо будет, наверное, вторую собирать идти. Так, вот тут вот еще масленочек у нас. Вот такой вот. Так, тут вот помоложе. Хороший. Такс. Вот еще масленок. Тут много, короче. Очень много. Только приехал и уже вот с таким вот улом. Так, этот плоховатый. Вот этот возьмем. Такс. Тоже возьмем. Там вот. Берем. Сейчас передвигаемся сюда вот дальше, вокруг этой сосны. Тут вот у нас еще два масленка сидят. Берем. Вон там масленок сидит. Ай, блин.
собаки не получилось его вытащить нормально. Ой, блин, тут какая поляна! Так, вот у нас масленок. Тут целое поле их находится. Так, вот масленочек. Так, вот масленок идет. Так, ой, блин, немного ломается, ладно. Так, давай. Опа, вот масленочек еще. Корзинка заканчивается, ребят. Заканчивается. Так, уже не буду даже, наверное, сейчас ничего говорить. Просто буду брать их. Потому что это будет тогда очень долго. Если я еще и говорить буду сейчас много. Так, я, наверное, приостановлю запись, потом вам покажу весь результат. Ребят, как и обещал, вот то, что мы набрали под этой одной сосенкой. Да, надо будет сегодня еще сходить, наверное, поближе к лесу. Ха-ха, класс. Я тут наткнулся на еще поляночку масляточек, прям тут рядом. Вот. Ну, причем до сих пор еще рядом с моим участком лази. До леса еще не доходили. Не знаю, дойдем ли. Нет. Потому что я уже вторую корзинку взял, собираю тут. Опа-на. А нет, еще чистенькая. Даже побольше той. Потому что та уже все сверху наполнена. Маслят много, ребят. Грибы пошли. Можно собирать. Опа. Вот, три масленочка я тут взял. Ой, вон еще вижу масляточек. Две штучки сидят. Ой, там третьего вижу еще. Смотрите, какой хорошенький гвоздик. Такс. Такс. Вот масленочек. И последний. Там. Давай. Ой, блин. Все. Давайте еще поищем. Попались нам еще маслята. Замечаете, в основном маслята попадаются. Ну так еще иногда попадаются тут подберезовички, нам свинушечки. Но больше всего сегодня мне попадается маслят. Так, вот две штучки тут. Опа. Давай. Опа. Вот масленочек. Кладем в корзинку и ищем дальше. Так, нам тут попалась еще полянка. Опять чего? Правильно, маслят. Так, это тоже плоховатенький. Так, этот у нас что? Вроде нормальный. Этот плоховат. Тоже. Ух ты ж, блин, их там опять пошло многовато. Давайте-ка, я даже присел немного уже. Их много. Ай. Думаю, видео получится большое. Наше. То, что я сложу из этого, из этих видео. Так-с. Масленочек. Вроде хорошенький. Там я еще заметил масленочка. А, он уже сушененький. Давайте искать дальше. Наконец-то мы вылезли из-под той сосны с маслятами. И тут вот я нашел двух свинушечек. Такс. Он вот тут с другом. Он тоже там все находит. Покажи, что ты там нашел. Что-то странное. Ногу. Он ножку нашел оторванную. Ладно, давайте дальше искать. Я уже вернулся на свой участок. Меня тут на участке ждет вот такая вот красотища. Такой подберезочек хорошенький.
А еще вот тут меня ждут две хорошенькие свинушечки. А еще сейчас мы переместимся на нашу клумбу, посмотрим, кто там меня ждет. А на клумбе прям в цветах меня ждут еще небольшие свинушечки. Бархатные. Собираем их. О, а вон там побольше. Ну, какая сдвоенная свинуха. Теперь давайте посмотрим, кто нас ждет тут скамейкой. Скамейкой нас ждет тоже свинушка. А вот тут я только сейчас уже нашел. У меня в клумбе еще раз тут свинушки. Опа, она какая толстенькая вообще. Вон и свинушка. И еще свинушечка. Вот теперь можно брать. Так, вот, значит, мы нашли три подосиночка таких, извините, что сорвали. И мой друг Федя нашел вот такого вот подосиновика. Фух. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. С вами был Никита. Всем пока.